Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами школа рукоделия и я Вика. Сегодня мы вяжем вот эту шляпа-панаму из буклированной пряжи, девчонки, которую я вам показывала в обзоре, но потом она волшебным образом исчезла, где-то никто не успел купить, вернее, очень быстро они распродали эту пряжу, но... Что я вам хочу сказать? Они объявились в другом, как бы она объявилась, эта пряжа, в другом магазине. Я ее, к счастью, благодаря Фейсбуку, у меня она выпрыгнула реклама на эту пряжу. И я ее быстренько нашла, и она есть, девчонки, она есть, поэтому под видео будут ссылочки. Это в том случае, если вы хотите, потому что я планирую из нее совместник вот в ближайшее время по Кучинелли. Жакет из буклированной пряжи. И я ее нашла. И еще нашла две запасные ссылки на эту пряжу буклированную. Именно она сейчас в тренде. Поэтому все ссылочки на пряжу AliExpress. Только AliExpress у меня. Потому что другого, как бы, другой пряжи я при своих, как бы, возможностях не нашла. Ализе они сняли с производства буклированную пряжу. Вот в моем случае осталось только это с AliExpress. Я из нее вот связала шляпу, я из нее уже связала кардиган, еще там детали нужно доделать. Ну, я ею довольна. Тут цена-качество соотношение, как бы, очень меня порадовало. Вот, что хочу сказать по поводу, вот, спрашивали, нет никаких как бы данных вот этих вот по метражу пряжи, да, и по составу. Смесь написана пряжи. В общем, я вязала вот эту из бобины. Давайте я вам просто объясню так, чтобы вам было понятно, если вы будете из другой пряжи вязать. Вот, кстати, второй образец, видите, она чуть больше. Это я вязала, снимала именно из этой пряжи, чтобы вам было хорошо видно. А как бы объяснение идет на вот эту вот шляпку, вот, буклированную. И, кстати, пряжа, вот видите, после ВТО она прям стала как однородное полотно. Очень мне понравилось. Вот. Вязала я вот эту вот пряжу, которую я вам оставляю ссылку. Вот. Первая будет эта ссылка. В три сложения. И крючком 3,5 миллиметра. Тугенько вязала. Получилось у меня в 10 сантиметрах 20 столбиков с накидом. Это после ВТО, девчонки. И 10 сантиметров, это 11 рядов в высоту. Так, это по плотности. То есть подгоняйте под плотность. Если у вас другая пряжа, вяжите образцы, берите больше-меньше крючок, вот чтобы приблизительно получилось вот такой размер. Ну, соответственно, если больше размер, мы берем больше крючок. Если меньше размер, меньше крючок. Значит, что у меня получилось? Итак, 62 сантиметра, это сама шляпа. 38, то есть 76 сантиметров, это окружность полей. 38 это в сложенном виде. И 26 сантиметров это высота. Вот вы ее видите на мне. У меня стандарт голова там 56-58 сантиметров. Вот как раз я не хотела, чтобы эта панама была в облипку по голове. А вы уже решайте сами. Да, что хочу еще сказать, если вдруг вы будете переделывать, и вам нужна, вот видите, вот уже из другой пряжи, больше плотность, вернее, меньше плотность, и шляпа получается больше. То есть варьируйте плотностью вязания, да, размер. Если надо меньше, делаем больше плотность. Допустим, если детская нужна шляпка, то можно в 2 сложения. Если мужская большая, то можно не в 3, а в 4 сложения, да, и меньше крючок взять. То есть по этому расчету вы все прекрасно по петлям можете приспособить как бы на себя. Потому что я для того, чтобы сделать ее в размерах, ее нужно связать во всех размерах, а у меня нет времени. Вот, в общем, так, девчонки. Это то, что мы вяжем. Мастер-класс по петельной. Вот, пожалуйста, вяжите. Ссылка на пряжу под видео в описании, пока она есть, эта пряжа. Ну, в общем, всем удачи, девчонки. Начинаем. Итак, набираем 5 воздушных петель. Сначала мы делаем узелок. Раз, два, три, четыре. 5. В первую петлю вводим крючок,
Делаем соединительный полустолбик и замыкаем в кольцо. Далее 3 воздушные петли. Раз, два, три и 12 столбиков с накидом. Вот в эту дырочку. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Девять, десять, 11 и 12. Так, и теперь в третью петлю, вот где у нас 3 воздушные петли, 1, 2, 3, в третью петлю мы делаем соединительный полустолбик. И соединяем это кольцо наше. Так. Третий ряд. 3 воздушные петли подъема. 1, 2, 3. Теперь. Отсюда мы вывязываем 1 столбик с накидом, то есть из этих петель подъема мы вывязываем 1 столбик с накидом. Каждого предыдущего столбика мы вывязываем 2. Раз и 2 из каждого. Раз, 2. Раз, два. Всего этих столбиков у нас 25. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 20, 21, 22, 23, 24, 25 столбиков с накидом. И опять в третью петлю делаем соединительный полустолбик. 1, 2, 3. 3 воздушные петли подъема. Теперь вяжем со следующей петли 2 столбика с накидом из одной петли. Далее 1 столбик с накида из следующей петли. И оставляем. Ну, вернее, и один только. 2, 1, 2, 1. Так и будем чередовать. 2 столбика с накидом. И 1 столбик с накидом. 2 и 1. Вот так чередуем. Заканчивается у нас последняя петля, 2 столбика с накидом, и еще мы один вывязываем вот из отсюда, чтобы не было здесь у нас пробелов дополнительный. Таким образом, я вот эти петли подъема не считаю, считаю сами столбики. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Тридцать девять столбиков с накидом у меня получается. Снова я в третью петлю соединяю соединительным полустолбиком. И пятый ряд. Снова 3 воздушные петли подъема. Далее в пятом ряду у нас уже 2 на 2, то есть 2 столбика по одному. 1, 2, 3.
2, далее 2 столбика из одной петли. 1, 2, снова повторяем, 2 по одному, 1, 2 и 2 из одного. И так чередуем, 2 одиночных, 2 из одного. Вот 2, 2 из одного, 2 одиночных, 2 из одного. И так до конца ряда. И тут у нас получается, что мы заканчиваем двумя одиночными, и потом из вот этого, видите, у нас получается большая дырка. Из последнего вот соединительного полустолбика мы вывязываем 2 столбика с накидом, и только потом соединительным полустолбиком соединяем. Сейчас я считаю. Значит, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Двадцать пять, 54 столбика с накидом. Здесь 5 раз пересчитала. Так, 54 запоминаем, и потом соединяем соединительным полустолбиком. Так, 6-й ряд, 3 воздушные петли подъема, и в 6-м ряду мы вяжем 2 через 3. Значит, первую мы делаем 2 петли из одной. Далее 3 одиночных. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2 петли из одной. И 3 одиночных. 1, 2. И так до конца ряда. Раз, два, три. Здесь двойной, это в конце у нас так получается, и здесь 2 столбика с накидом одиночных. 1 и 2, и сейчас считаем петли. Так вот, то есть 2, начинали мы с двойного, заканчиваем двумя одинарными. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 33, 34, 68 и 69 петель у меня столбиков с накидом. Далее снова полустолбиком соединяем. 69. 7-й ряд, 3 воздушные петли, и здесь мы делаем через 4. Это значит, что вяжем 4 столбика одиночных. 1, 2, 3, 4 и 1 двойной. Раз, два, снова 4 одиночных. 1, 2, 3, 4 и 1 двойной. Так, и в конце 7-го ряда, смотрите, 4 у меня одиночных, и отсюда, так, и отсюда я вяжу 2 столбика с накидом, как вот, из соединительного предыдущего ряда.
два столбика с накидом, и здесь соединительный полустолбик. Так, считаем. Сорок, 41, 42. Это 84 столбика с накидом у нас. И далее восьмой ряд, 3 воздушные петли подъема. И здесь у нас мы начинаем здесь с первой петли, 2 петли из одной вывязываем, и далее 5 одиночных, то есть добавляются у нас одиночные петли. Вот двойной одиночных 5. Раз, 2, 3, 4, 5. И далее повторяем двойной. Раз, 2. И 5 одиночных. Раз, 2. 3, 4, 5, и так далее до конца ряда. И восьмой ряд у нас заканчивается 5 одиночными петлями, после которых мы соединяем соединительным полустолбиком. Вот сейчас у нас 8 рядов, ну 8 это вместе с наборным этим краем, ну вернее край цепочкой, колечко, да. И я сейчас посчитаю, сколько у меня петель по итогу. Так, это у нас петли подъема. Я считаю, ни в коем случае я не считаю с этими петлями подъема. 1, 2, 3, 4. Сорок восемь, 49, 98 петель столбиков с накидом. Теперь что мы делаем? Мы вяжем, начиная с 9 ряда, одинаково 3 воздушные петли подъема, и далее, начиная не в петли подъема, а со столбика, мы вяжем 98 столбиков. Из каждого столбика предыдущего ряда мы вывязываем 1, и далее соединяем соединительным полустолбиком в конце. То есть мы уже ни одной петли не добавляем, а вяжем ровную часть нашей панамы, которая у нас состоит из 98 петель. Сейчас вяжу вот по кругу в конец. Так, вот я круг провязала, довязываю до конца ряда. Все у нас соответственно петлям, ничего мы не добавляем и не убавляем. Вот довязываю до конца ряда, все соответственно петлям, ничего не добавляем, не убавляем. Вот последняя петля, и соединяем соединительным полустолбиком. Далее снова ряд без добавления, и так далее мы продолжаем вязать ряды вот по 98 петель, столбиков с накидом. Это наша ровная часть. Все, продолжаем. Итак, у меня провязано, девчонки, всего 17 рядов, если считать от начала. Ну, и вот здесь вот эта пымпочка, это тоже ряд 8. Значит, 8 рядов, да, макушки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ну, и набор петель это 8. И после макушки ровных без изменений 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 рядов. Так, то есть всего 18, да, 10 рядов мы вяжем без изменений. Далее мы будем добавлять петли для полей. Так вот я соединяю. То есть, если вы считаете вот так вот ряды, смотрите, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Но еще плюс наборный край. Значит, 18 ряд или 19, вот как его правильно назвать. 3 петли подъема, 3 столбика из каждой петли. 1, 2,
3. Из четвертой петли делаем 2 столбика с накидом. 1 и 2. Снова повторяем 3 столбика из каждой петли. 1, 2. И из четвертой 2 столбика. И так повторяем до конца ряда. Видите, у нас здесь добавляются петли, и полотно расширяется. Итак, в конце что у меня получается? В конце получается вот 2 из одной и 2 столбика с накидом по одному из каждой петли. И вот далее что мы будем еще делать? Мы будем вывязывать вот из этой нити, из этой полустолбика, из этого еще один столбик с накидом, чтобы поля немного еще расширялись. Это мы будем делать в каждом ряду. Соединительный полустолбик. Сейчас я вам посчитаю, сколько здесь по итогу петель получилось после добавления. Сто двадцать пять столбиков с накидом у меня здесь получается, и я вяжу еще 3 ряда. Значит, здесь у меня 125, в следующем ряду я вот здесь вот тоже вывяжу одну петлю, будет 126, и так по одной петле я буду добавлять 100, то есть 126, 127, 128 петель. Вот 3 ряда я еще вяжу. Все остальные петли без добавления. Добавления у нас были только в одном вот этом вот ряду. Так, смотрите, как я поигралась, девчонки. У меня закончилась нить, и я уже прям поизвращалась как могла всеми цветами радуги. Что у меня в конце, вот здесь вот что хочу сказать, что вот у меня и эта нить заканчивается. Вот я в каждом ряду добавляла вот здесь вот из этой петли петельку дополнительную. Вот видно, да, вот она, 1, 2 под добавленной. Вот теперь я соединяю, и последний ряд я вот провязываю вот такой вот цепочкой полустолбиками за каждый, как бы за каждую петлю. Просто сейчас у меня закончится нить, я вам не смогу показать до конца. Вот таким вот образом я укрепила вот этот вот краешек, и там на самой буклированной шляпке тоже провязано, тем самым укрепляется край изделия. И шапочка вот получается такая вот, ну, край вот такой вот красивый, законченный. Вот и все, девчонки, вот это все. И ВТО я вам сейчас тоже покажу, как я формировала эту шляпку. Ну вот сейчас я довяжу эту цепочку, вот сколько у меня нити хватит, сколько я и довяжу, и покажу вам влажное тепло, ну как я ее, ей, этой шляпке придавала форму. Так, по ВТО, девчонки, как я, понятное дело, что ее нужно придать ей форму, что я делала, складывала вот, то есть это вы можете сделать и при помощи утюжка, вот так вот складывала пополам и пропаривала. Потом сюда, то есть я пропаривала вот все, чтобы зайти прям в эту как бы макушечку. Далее вот этот шовчик, чтобы все поля у нас улеглось.
видите, она уже принимает из любой пряжи, принимает свою форму. Вот единственное, видите, что этот стык, он здесь виден, а вот, кстати, в буклированной пряже не виден. Далее. На головушке, я не знаю, можно, наверное, если головушки нет, на банке. Я макушку одевала вот так вот, и при помощи рукахи отпариваем. Уже вот эту макушку я на голове. Так, ну мне неудобно. Сам принцип я вам показала, что вот на макушке вы будете как бы на голове. Либо на 3-литровой банке, вот если нет головы. Thank you.